Леонид Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте. Можно к вам? Как точно пришли в 12? Ну, как обещали, что придем с поздравлениями к вам. Нас тут много. Так что туда очень. Так будете снимать эти. Немножко. Так, нам разуться? Нет, нет, Леонид Дмитриевич, мы вас поздравим. Можно мы вот сюда пройдем? Ну, конечно. С 90-летним юбилеем. Конечно же, вы прожили такую огромную, замечательную жизнь за вашу... Какой молодой, красивый. Вы и сейчас еще бравый. Ничего, солдат. Очень даже. Вы не раз были отмечены государственными боевыми наградами в своей жизни. Радовать нас своей жизнью. Передавайте свой жизненный опыт нашим молодым поколениям. Свои воспоминания о ваших боевых заслугах. И до острова Люген дошел до Германии. Ну, я вот смотрела, там у вас... Три таких награды. Тарту я освобождал, Пярну, Кенигсберг брали. Кенигсберг у вас там, вы награждены за Кенигсберг. Ну вот за взятие Кенигсберга. Ну а потом к 50-летию там отечественные вручили всем, 50-летие, когда исполнит победу, всем отечественные второй степени участников войны вручили. Со славной датой вас хотим поздравить мы. Сказать приятно, вами мы восхищены. Вы доказать сумели всем, что очень просто в рассвете сил и форме быть и в 90. Пусть лет на 100 еще здоровье будет крепким, а настроение всегда великолепным. И вечно юной сохраняется душа, чтоб жизнь всегда была как в праздник радости. Спасибо. Спасибо. Я как глава нашего муниципального образования поздравляю вас с вашим юбилеем, с днем рождения. Мне очень почетно вас поздравить, потому что вы живете уже почти век, и за это время многое у вас, немного осталось. Много у вас было. И дай бог вам, чтобы еще впереди столько людей. У нас уже таких мало осталось. Ну, благодаря вам, тем не менее, вы... Скоро только будете нас по картинкам видеть. Благодаря вам и вашему поколению вы построили такую сильную страну, в которой мы сейчас живем. Я надеюсь, что мы продолжим ваши... дела и начинания. Значит, также поздравляет губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко вас и глава муниципального образования Кингисеппский муниципальный район Александр Иванович Сергеев. Все эти поздравления я передаю вам и желаю, чтобы все у вас было хорошо. И...